В рамках общественного контроля заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов вместе с главным врачом Видновской клинической больницы Бутаем Бутаевым посетили медицинские объекты на территории округа. Так, в жилом комплексе «Первый квартал» есть отделение обслуживания вызовов врачей на дом. Подумаешь, что можно посадить двоих или троих специалистов, которые выезжают в какой-то жилой комплекс большой, где много вызовов, и они распределяются по вызовам, потом садятся в машину и выезжают. Отделение укомплектовано современным оборудованием. Здесь же находится колл-центр. Диспетчеры оперативно в электронном формате ведут учет пациентов. И туда же падают, каждый день падают все вызовы. Потом они распределяются по зонам. У нас бригада ездит по зонам. Они не обязательно возвращаются сюда. Они в своей зоне в онлайне получают вызова. И там же их обслуживают, чтобы это было быстро. Для удобства пациентов планируется внедрение практики СМС-уведомления о принятии вызова и времени прихода врача. Подмосковье как раз показывает вот эти вот практики, подходы. Обратите внимание, главные врачи нас встречают, они рассказывают, они делятся, они испытывают гордость за то, что получилось. Это очень круто, это говорит о том, что медицина развивается не на бумаге, а на деле. Следующий пункт – детская поликлиника. В здании находится отделение спортивной медицины для прохождения осмотра узкими специалистами для оформления допуска на участие в соревнованиях. Отдельная электронная запись и организация кабинетов позволяет ребенку пройти весь осмотр за 2 часа. Мы на самом деле очень стараемся многое внедрить, все новое, полезное. И, естественно, когда у нас имеется такое взаимодействие с общественной палатой, это называется, конечно, контроль, но здесь больше, наверное, все-таки такие вот отношения, профессиональные отношения, которые нам позволяют совместно с общественной палатой и, значит, нашим учреждением разъяснять нашим пациентам и давать им все то самое необходимое, которым они нуждаются. Именно в Подмосковье появился федеральный проект «Здравконтроль», который сейчас работает уже в 50 регионах страны. Посещение общественниками социальных учреждений, система чатов и обратная связь с жителями важна на всех уровнях. Мы все живем по всему Ленинскому округу. Мы знаем проблематику каждого ЖК, практически каждого дома. И мы видим, как проблемы озвучивается, и наблюдаем и контролируем процесс их решения. Мы всегда на стороне жителей. 21 июня во Дворце спорта «Видное» пройдет объединенный форум для Ленинского и Домодедовского городских округов. Евгений Мартынов проверил готовность площадки для проведения форума гражданской активности, где будут освещаться вопросы здравоохранения и социального обслуживания граждан. Дмитрий Книга, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, «Видное ТВ».